Ивановский театр кукол готовит премьеру. Новое шоу зрители смогут увидеть уже 15 и 23 апреля. Спектакль-концерт, состоящий из множества маленьких номеров, носит общее название «Без лишних слов» или «Игра во все руки». Будут объявляться номера, то есть абсолютно будет разная стилистика, то есть не будет абсолютно что-то одинакового. Будут разные руки, потом предметы, потом куклы, потом, допустим, нам перчатки, потом фонарики, все. Абсолютно много-много-много всего. И это будет именно концерт, это будет очень зрелищно, ярко. И я думаю, такого еще ивановский зритель не видел. Ивановские артисты покажут, как руки актера могут стать куклами, а на сцене живут самые обычные предметы. Например, пустая пластиковая бутылка и воронки, если дать волю фантазии, превращаются в быка. Тарелки и ложки становятся яркой гусеницей. И при этом, заметьте, артисты не произносят ни слова. Это мимика, это жесты, это эмоции, руки те же самые. И вообще все то, что есть у него внутри, что он не может сказать словами, но может выразить действиями. А еще зрители увидят, что происходит за ширмой. По задумке художественного руководителя театра Елены Ивановой, спектакль-концерт должен рассказать, насколько непрост актерский труд и как много тайн в мире театра кукол. Мы открываем для зрителей ширму и показываем кусочек спектакля без ширмы. Это тоже очень важно, как актеры работают и какой это вообще труд актерский. И когда мы показываем такой номер, как дуэт «Ахмадам», он называется у нас, мы показываем, что 8 актеров работают с предметами, но персонажей на сцене всего 2. В промежутке между номерами зрителей ждет интересный и познавательный рассказ про различные системы кукол, историю их происхождения и секреты мастерства. Новый спектакль-концерт рассчитан на детей от 6 лет и их родителей. В театре обещают, интересно будет всем. Пользуюсь моментом, хочу всем передать большой привет! Скоро увидимся! На концерте! Любовь Подчерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.